Доброе утро, друзья! Мы в России, а точнее говоря, в Кирове. Правила остаются неизменными. Кто-то будет звездой РФ с золотой картой, а кто-то будет экономить на каждой трате и жить на 300 рублей. Но все покажет монетка. Орел? Решка! Да-да, звезды сошлись! Ну ничего, как говорил классик, бедность не порок. Только надо посмотреть, что он нам насчет 300 рублей говорил. Киров – один из старейших исторических городов России, обладающий богатым наследием в виде памятников истории, культуры и архитектуры. Город, расположенный на семи холмах и имеющий изумительный силуэт зданий и культовых архитектурных ансамблей, сохранил историческую планировку и связь с окружающим природным ландшафтом. Киров – город и областной центр на реке Вятке, известный как родина традиционного народного промысла дымковской игрушки и вкусного вятского кваса. Чтобы добраться до нужного мне места, я иду на остановку. А я для комфортного передвижения по городу выбрала автомобиль Audi Q7. Город Киров известен своими художниками, в том числе Виктором и Аполлинарием Васнецовым. Поэтому я решила посетить художественный музей Виктора и Аполлинария Васнецовых. Городской публичный сайт был обустроен осенью в 1825 году. Для начала обустроили территорию размерами 10 906 квадратных сажен и посадили деревья – березы, липы, черемуху и рябину. Официальное открытие сада состоялось в 1835 году, а сейчас Александровский сад служит самым популярным местом отдыха для кировчан. В центре ЦУМ есть отличное место для развлечения, где я планирую провести время. Находимся у колеса обозрения. На него лучше смотреть в вечернее время суток, потому что посмотрите, какая красота. Вместимость 18 кабинок, а высота 50 метров. Колесо обозрения – это отличный релакс в центре города. Сейчас мы пришли в ресторан «Царское село», и я, пожалуй, себе закажу ризотто с креветками и дальневосточным кальмаром. Это вообще очень красивое место, очень живописное. Мне очень понравилось здесь. Я решила перекусить в одной из самых популярных и недорогих закусочных Кирова «Донар» и заказала «блэкбургер». Привет.
Ну как тебе Киров? Рассказывай. Мне очень понравилось. Я сходила в Динский парк, а также в музей Васнецовых и перекусила в Царском селе. А у меня было 300 рублей, и я потратила их на колесо обозрения, прогулялась в Александровском саду, видела красивый закат и перекусила в Донарке. Здорово. Мы бы не хотели покидать этот город, потому что он понравился нам своей природой и архитектурой. Да, город действительно хороший. Здесь хорошие люди, хорошие места. И ждем вас в следующем городе. Пока!